как и все приезжающие в Москву, решила: агенты, мимо-мимо. И через день, уже за 33 тысячи рублей, сняла квартиру с фреш-ремонтом от собственника. Все супер, и собственники отличные, порядочные ребята. Но соседка, бабка прилипла к глазку и посла. Я со своим модным прикидом и поклонниками не соответствовала. Короче, ночью вызвала собственника и сказала: или она уезжает, или вызываю полицию. Завтра надо найти новую квартиру. Риэлтор должен быть москвич, и все будет тип-топ, посоветовали мне мои собственники. Но я вам скажу, москвич-агент – это все равно, что еврей-оленевод, вымерший вид. Нашла на Интрополис. Это того стоило. Через час я уже сидела в авто, просмотрела 3 варианта, заплатила за услуги 12 тысяч. Риэлтор Анна нашла мне отличную квартиру, но, конечно, не в центре Москвы, но в деловой части города и 10 минут от метро.